Мы сегодня находимся в активной фазе строительства станции. Что касается первого энергоблока, то общестроительные работы в высокой степени завершены. Осталась дошлифовка помещений, зданий, сооружений после проведения соответствующих технологических операций, так называемая чистовая отделка. Монтаж основного технологического оборудования завершен, за исключением там некоторых мелких позиций отдельного мелкого оборудования, и идет активная стадия пусконаладки. Что касается второго энергоблока, идет монтаж оборудования, как реакторной установки, машинного зала, дизельного хозяйства и электротехнического оборудования. Мы завершили проект выдачи мощности, электрической мощности от АЭС в энергосистему. Значит, подали на распределительное устройство атомной станции по штатной схеме напряжения. И по штатной схеме подали напряжение, сегодня и подаем, до конечных потребителей. Это до каждого насоса, задвижки электрифицированной. Этой работой сейчас занимаемся. Следующий этап у нас в ближайшее время, который мы начинаем, гидроиспытание, циркпромывка. Далее холодная обкатка. Эти два этапа мы должны пройти. После каждого этапа проводится соответствующая ревизия оборудования. То есть проверяется его техническое состояние после этапов. Далее загрузка ядерного топлива в реактор. Это этап физпуска, проведение соответствующего комплекса испытаний и далее включение в сеть. Вот те задачи, которые мы должны пройти в текущем году. Жесткий контроль за качеством выполняемых работ, жесткий контроль за качеством поступающего оборудования и его монтажом. И хочу сказать, что вот тот этап, в который мы вступили, этап пусконаладочных работ, что сюда сегодня стянуты лучшие и специалисты Росэнергоатома, это эксплуатирующие организации России, которые подчиняются все 10 станций. Сюда привлечены специалисты с многих станций, атомных станций России, вот, которые тесно работают с нашим эксплуатационным персоналом и как по организации пусконаладочных работ, их проведению, так и по передаче тех компетенций и документов, которые понадобятся на стадии эксплуатации. Сегодня станции и состав центрального аппарата РУБ-БелАЭС, более 70 специалистов, имеющих опыт практической работы на станциях, для того, чтобы грамотно нам организовать ее эксплуатацию в будущем.